Русфонд помогает в сборе средств на лечение детей. В списке теперь и житель микрорайона Московский Даниил Гордиенко. Стоимость лечения 241 тысяча рублей. Практически вся сумма уже собрана. Не хватает 19 тысяч рублей. Именно эту сумму Русфонд просит помочь собрать жителям Карачаева-Черкесии. Подробности у Али Баташева. Моя мечта — быть машинистом. Молодец. Ой. Что тебе для этого нужно? Ходить. Даниилу Гордиенко 14 лет. Он учится в 7 классе в школе-интернате микрорайона Московский. Как и большинство детей, он любит гулять, играть в компьютерные игры, ездить на поезде, посещать новые места, но не может это сделать без посторонней помощи. Из-за диагноза детский церебральный паралич Даниил с раннего детства проходит восстановительное лечение в разных медучреждениях страны. Когда ребенок маленький, он же ведь начинает, прыгать. Вот он любит прыгать, он любит скакать. То же самое любил делать Даниил. У меня ужасно болели руки. И в какой-то момент мне мама сказала: моя, Надь, понимаешь, говорит, теперь ты его руки и ты его ноги. Это мое сознание как бы вообще перевернуло, скажем так. Потому что, да, я поняла, что куда я его приведу, там он и окажется. Куда я смогу с ним дойти, там он и будет. Позади у Даниила и его мамы множество больниц и реабилитационных центров. Казань, Тула, Петербург, Москва и другие. Вытотерапия, массаж и другие современные методы лечения отнимают много сил и средств, но дают результат, говорит Надежда. Самое главное, что всегда... Пусть минимальный положительный результат или наоборот какой-то прогресс дается. И это тоже дополнительно вливает силы. Вливает силы, как он улыбается, как он делает шаги, как он придумывает какие-то истории для себя, новые слова говорит, играет в новые игры на планшете, делает что-то самостоятельно, какие-то делает умозаключения. И ты видишь, что ребенок растет, развивается. Даниилу требуется пройти восстановительное лечение в Институте медицинских технологий в Москве. Для этого нужны деньги. Работает отец, да, подрабатывает мама. Мы все стараемся ради него. Но когда сумма лечения идет за 2 недели от 250 тысяч и выше, а ребенку это лечение нужно по 3-4 раза в год, это действительно крайне тяжело собрать. И помощь надеешься только вот на тех, у кого есть средства, и у кого доброе сердце, кто готов помогать вот таким деткам. Стоимость лечения 241 тысяча рублей. Для помощи Даниилу отправьте на короткий номер 5542 смс-сообщение со словом «дети» и любую сумму. Например, «дети» 100. Эта сумма спишется с вашего мобильного счета. А владельцы айфонов и телефонов на платформе Android могут перевести пожертвования через мобильное приложение. Другие способы помощи на сайте Русфонда. Али Баташев, Али Бастанов, Вести, Карачаево-Черкесия.